Папа, где сейчас? В Бельгии. А Бельгия? Самая красивая страна. А теперь папа где? Во Франции. А Франция страна тупых? Тупых дебилов. Точняк. У меня все полномочия препятствовать вторжению французского сыра в мою страну. Вы всего пару недель как в Европе, а ненависть к французам уже стала очевидной. Ненависть? У меня? Да, я главный франкофил среди бельгийцев. Бенуа Пельворт. Я предложил твоему брату расслабиться. Отвали. Будь с ним поласковей. А по-доброму нельзя пообщаться хоть раз? Еще раз включишь акцент, хлебало разнесу, понял? Да какой, блин, акцент? Вот такой какой. Сейчас я говорю с акцентом, да. Другое дело, забодай меня, Брюссель. Сыкло поганое! Ты говорил с отцом? Нет. А с братом? Нет. Дэнни Бун. Господи, сделай так, чтобы Европа... Заткнись! Простите. Нет таможенников, нет бизнеса, нет посетителей. Лучших времен у Европы не было, мадам Анус. Жанус с буквы Ж. Жак! Да, мой цветочек. Не французы меня беспокоят, а наркоторговцы. Изобрази невинную рожу. Я сказал невинную, а не полного дебила. Я не знаю, как делать невинную. Лучше сразу сдаться. Лучше не попадаться, поверь. Нужен доброволец для работы в экспериментальной смешанной бригаде. С бабами? Франко-бельгийские. Я хочу. Только не меня, пожалуйста. Таможня дает добро. Новый фильм Дэнни Буна. Итак, месье по машинам. Вы станете символом будущего Европы. Полный пипец. Матю, что ты творишь с моим братом? Пытаюсь с ним подружиться. Я тебя проучу, подлюка сраная. Гони! Самое главное, что наш международный эксперимент имеет сокрушительный успех. Ты смотри на подонка. В кинотеатрах Франции со 2 февраля. А в Бельгии на неделю раньше.